под Белояркой, но при этом в небе над аэродромом дельтапланеристов наш земляк, на сегодня, пожалуй, самый известный екатеринбургский бейсер Николай Иваненко, называющий себя в сети Ник Бумер, совершил нетипичный для себя прыжок. Он с бейсовым парашютом за плечами спрыгнул с носа легкомоторного самолета, называемого Dragonfly, пилотируемого другом Николая из Челябинска Талгатом. Как видно, Ник Бумер при отрыве от летательного аппарата совершил элегантное заднее сальто и практически сразу же раскрылся. Хотя высота была 300 метров и теоретически безопасно лететь в свободном падении, Николай мог еще секунд 7-8. Этот жанр экстремальной деятельности условно называется «Skybase». Хотя, как вы понимаете, главное здесь «Sky», то есть небо. А от «Base» здесь только купол с вытяжной медузой. Потому что по определению «Base Jump» — это прыжок исключительно со стационарных, приколоченных к земле предметов — мостов, антенн, скал и зданий. Легкомоторный самолет, очевидно, что таковым не является. Значит, это не «Base», но это «Skybase». Под Белояркой на дельтапланерном аэродроме в данный момент до 1 июля проходит соревнование дельтапланеристов Свердловской области и окрест. И бейсер Николай под эту сурдину уже совершил 5 skybase джампов. Это безопаснее, чем прыгать с дома, вышки или скалы, ибо ветром точно не забросит на опасный предмет. Но это тоже интересно и эффектно. Так что бейс на Урале жив, теперь еще и в таком скайном виде.